Здорово всем, ребят. Вышел патч 1.18.1 на европейских серваках. У Лесты вышла полностью новая игра, которая теперь переименована в мир танков. По сути, это одно и то же, потому что вот сейчас я запустил европейский реплей на аккаунте, соответственно, RU региона, то есть, ну, через Леста мир танков. Вот, соответственно, плюс-минус они одинаковые, моды мы также будем продолжать поддерживать для Европы и для RU региона, ну, для Азии, там, для Америки, для всех регионов, короче, моды мы все еще продолжаем поддерживать. Скорее всего, когда вы смотрите ролик, модпак уже вышел, по нему есть два замечания. Первый, он еще не научился автоматически находить путь установки, куда вы установили игру в RU регионе от Лесты, мир танков, куда вы поставили. Мы научим его, но это будет не сегодня. Также с прицелами есть проблемы. Я некоторые прицелы в модпаках подключал, пока мы их все не починим, потому что, ну, внезапно, вчера этой проблемы мы не наблюдали, сегодня вышел патч, и эта проблема появилась, я не могу выпустить в таком состоянии, короче, модпак. Это две такие самые жирные и, наверное, заметные на сегодняшний день проблемы. Кроме того, сайт мир танков worldoftanks.ru перестал существовать, он больше не работает. Теперь работает новый сайт для RU региона, он называется tanki.su. Запоминайте, кто не запомнит, ну, может быть, если не забуду, оставлю вам ссылочку в описании. Вообще, заходите в мой телеграм-канал, там я уже много всего полезного по патчу опубликовал. Например, порекомендовал скачивать отдельный лаунчер от Лесты. Через ВГЦ вы больше не можете установить в RU регионе мир танков. Ну и, соответственно, чтобы было меньше багов, все это быстрее установилось. Также, ребят, еще немаловажный момент. Сегодня в RU регионе очень-очень-очень-очень-очень сильно опоздали разработчики с запуском патча. Видимо, у них что-то не работало. Ну, например, там, если вы запускаете в Леста Game Center, у вас может не начать установка игры с ошибкой 31. В этом случае попробуйте просто-напросто свой антивирус отключить. По какой-то причине он может блокировать вам все это дело. Ну и так как в Европе вышло это все еще утром, в RU регионе аж в обеденные, в послеобеденное даже, я бы сказал, время вышло обновление. И я думаю, баги там еще будут, так же, как и, я думаю, мы еще будем находить правки в модах. Поэтому, ну, будьте готовы обновлять, скачивать новые моды. Я вас очень прошу не катать со старыми багованными, меньше проблем будет. Короче, Леста решила тех, кто выбрал RU регион, отблагодарить, ну и извиниться за такой косяк с задержкой выхода обновления. Выпустили бонус-кодик, который называется «Наша игра». На его активацию вы найдете ссылку в описании. Единственное, что нужно будет, залогиниться на сайте, прежде чем его активировать, но переходить по ссылке, ну или вручную введете. Короче, я думаю, бонус-коды вы за 12 лет вводить научились. Кто не научился, но я думаю, научитесь, ничего там сложного нет. Значит, при активации этого кодика вы получаете сразу же на аккаунт один день танкового премиум аккаунта. Задачу на X5 опыта для любой вашей техники можно выполнить 10 раз. Личный резерв на кредиты 50% кредитов, личный резерв на боевой опыт и личный резерв на 200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час. Они теперь объединены. Активируйте все три, получаете, по сути, еще альтернативный премиум аккаунт. Также получаете 5000 единиц свободного опыта. Кстати, приятный бонус. Вот. А, кстати, есть еще один бонус-кодик, который, возможно, если вы активно играете в танках, вы уже активировали. Называется этот кодик «Мир танков». Кстати, если первый код «Наша игра» доступен только в RU регионе, «Мир танков» доступен, насколько я помню, и в европейском регионе, но точно сейчас сказать не могу. В любом случае, если вы его активируете, дополнительно вы получите еще 3 дня танкового премиум аккаунта. Опять же, ссылки на эти кодики будут в описании под этим роликом. Активируйте их, пожалуйста, наслаждайтесь. Также хотел напомнить, что модпак в связи с отключением монетизации на YouTube сейчас выходит исключительно благодаря вашей поддержке. Поэтому, если кому-то из вас захочется поддержать модпак, так сказать, не только лайком под этим роликом, но еще и какой-нибудь копеечкой, ссылочка опять же будет под роликом. Все на ваше усмотрение. Если благодарны, если хотите, чтобы модпак выходил и дальше, буду благодарен. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.